Несмотря на карантинные времена, производители наушников не стоят на месте, и фирма Queen of Audio, дочерняя компания Kinero, продолжает радовать нас новинками, расширяя свой модельный ряд. В этот раз они выпускают новинку в среднебюджетном сегменте. Гибридные наушники с интересным решением в плане излучателей и именем греческого бога. Бога красоты и страсти. Вашему вниманию представляем гибридные наушники Queen of Audio Adonis. Внешне все показатели флагманской линейки. Коробка полноразмерного формата, как у старшей модели Mojito. Качественный чехол из износостойкой эко-кожи. Два комплекта силиконовых амбушюр, которые по-разному влияют на звук. И для владельцев Apple продукции производитель положил ЦАП с Lightning на 3,5 мм. Комплектный кабель наушников с разъемом 3,5 мм сплетен из 8 медных проводников высокой очистки с посеребрением. Сами корпуса наушников выглядят очень премиально. Изготовлены качественно. Самое интересное, что это не пластиковый корпус, а выточенные на станках с ЧПУ кусочки березы. Такое решение, безусловно, играет на пользу музыкальности, так как натуральные материалы всегда добавляют звуку некий естественный и натуральный характер. Но на этом интересности не заканчиваются. Adonis – это гибридные наушники, и в них используются три излучателя. И что тут нового, спросите вы? А новое тут то, что арматурные излучатели настроены необычным образом. Чаще всего производитель использует динамик для низких частот и две арматуры для средних и высоких. Но в этих наушниках поставили одну арматуру широкополосную, которая отыгрывает максимально широкий диапазон, насколько это возможно. И вторая арматура настроена для воспроизведения максимально детальных и точных верхних частот. Такое решение позволило добиться максимально открытой и объемной середины и точного детального верха. В сравнении с другими наушниками данной ценовой категории, у Adonis середина одна из самых тембрально честных и информативных. После них начал замечать кривизну серединки и местами даже провалы и неполноценности вокала. Прослушивая классику, джаз и не сильно тяжелый рок, все играет просто отлично, особенно после прогрева. Правда, не обошлось и без ложки дегтя. Несмотря на отдельный крупный динамик, его настроили так, что наушники не выдают инфраниз. Он больше настроен на качественную и быструю проработку нижней середины и верхнего низа, без максимального копания в глубину. На драйвовых и роковых записях хотелось навалить громкости побольше, чтобы прочувствовать масштаб и мощь барабанов и бас-гитары, но, к сожалению, этого не было. Даже правильнее сказать было, но не в том масштабе, что хотелось бы получить по сравнению с другими наушниками. При этом есть еще и менее басовитые наушники, чем Adonis. Сразу вспомнились те времена, когда послушал хорошую полочную акустику, где колоссальное разрешение, построение сцены и послезвучие все на высшем уровне, но для того, чтобы добиться хорошего фундаментального низа, нужно постараться. А с этими наушниками постараться стоит. Просто подключить к ЦАПу переходнику с телефона – дело гиблое. Вы не услышите всей прелести и возможностей наушников. Не будет необходимой глубины в нижнем регистре. Сразу недоработка по размеру образов и разделению между ними. Поэтому стоит сразу задуматься о выборе источника. И еще, этот источник должен быть не сухим и не ярким, так как яркие плееры и ЦАПы гарантированно подкрасят вокал. И уже на средних громкостях вокалист или вокалистка будет мало. Молодеть, да еще и с пластиковым ненатуральным призвуком, а точный рассыпчатый верх и где нужно острый превратится в колкий звон, поэтому к выбору источника нужно подойти с умом. Но зато после подбора правильного источника и прогрева в неделю результат не заставит вас сомневаться в правильном выборе. И то, что на некоторых альбомах может не хватать веса у бас-гитары, все остальное в звуке Adonis будет только доставлять удовольствие. И только наушники более высокой ценовой категории заставят вас задуматься об их замене, ведь новые Queen of Audio смогли заслужить мое почтение и заставить меня получать массу новых эмоций от прослушивания музыки. И могу смело назвать Adonis одними из лучших наушников ценовой категории в районе $250, поскольку они хорошо сбалансированы благодаря необычной настройке излучателей. А послушать и купить данные наушники можно в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.